для меня журчат ручьи, звенят алмазными струями. Более 1500 детей постоянно вовлечены в творческую деятельность именно здесь, во Дворце культуры «Химик» имени Николая Ивановича Докторова. Самое большое учреждение культуры в городском округе Воскресенск в преддверии нового сезона показало товар лицом. Здесь прошел День открытых дверей. Во Дворце культуры «Химик» действуют 22 коллектива. 5 из них имеют звание народное, еще 2 – образцовые. Про многие можно сказать, что слава их давно обогнала. «Сувенир», «Карусель», «Надежда», «Метелица», «Хор Русь» или «Жемчужина и Грация», «Дивос» и коллектив академического вокала Солохиных известны не только в Московской области, но и в России, а некоторые – даже в мире. Они лауреаты и победители конкурсов разных уровней. Их воспитанники успешно продолжают творческую деятельность и получают обучение в ведущих вузах страны. Спектр возможных направлений развития ребенка и взрослого, которое может предложить Дворец культуры «Химик», потрясают. Люди, которые приходят в наш Дворец культуры, воскресенцы, они должны иметь возможность заниматься в любом направлении, которое им интересно. Поэтому у нас здесь есть и хореография, народная, эстрадная, современная, спортивные бальные танцы, брейк-данс, ну, на любой вкус и цвет. У нас вокал академический, эстрадный, у нас можно попеть джаз, у нас можно попеть эстрадный, какое-то эстрадное направление, народное направление, безусловно. Вот, потому что такие ансамбли, как «Русь», «Жемчужинка», пожалуйста, вы можете вспомнить прекрасные наши песни, наши коллективы. Для любителей экзотических направлений есть цирковая гимнастика, а поборникам классического воспитания обучиться, например, живописи помогут в студии «Карандаш». Я занимаюсь сейчас с младшим нашим отделением, это мои старшие из младших, так скажем. И у нас сейчас мастер-класс по пленэрной живописи, натюрморт на открытом воздухе. Ребят, задача за 2 часа, у нас осталось буквально минут 15 до этого окончания, записать работу с натурой. Взрослые, не грустите, для вас действует отделение «Винсент». Никогда не поздно взять в руки кисти и краски, карандаши и пастель. Фотография искусства века 20-го представлена своим клубом. Прямо сейчас проходит выставка «Параллельный мир» его руководителя Владимира Дубровина. Сейчас фотографируют все. Ну, у всех смартфоны. Все считаются фотографами, да, но не у всех, как говорится, фотографии получаются, потому что, есть художественные фотографии, а есть просто, как говорится, на память для семейного альбома. Ну, вот смартфоны – это для семейного альбома, а художественные фотографии – это несколько другое. С 1955 года здесь работает Народный драматический театр. При нем в студии «Юность» обучают детей. Как видите, во Дворце культуры «Химик» царствуют музы всех видов искусств. Творческий сезон вот-вот стартует, но двери для тех, кто стремится к созиданию, здесь открыты всегда. Александр Иванов, Евгений Стародубов, новости из Кровакта.